Ежегодные выставки конаковских талантливых мастеров, которые открываются в городской библиотеке, добрая традиция. А уже в эти выходные своими удивительными фотоработами поразит Владимир Тулутунов. «Остановись мгновение, ты прекрасна». Именно так называется экспозиция, на работах которой изображены многочисленные пейзажи нашей конаковской земли. Этот вид искусства, как фотография, Владимир Тулутунов занимается более 20 лет. Как отмечает мастер, такая форма передачи увиденного дает возможность запечатлеть момент прекрасного и те эмоции, которые ты испытывал. В экспозиции выставки представлены фотографии как чудесной природы нашего города, так и волжских просторов, которые всегда привлекали фотографов красотой и разнообразием пейзажей. Целью проекта является возможность показать великую русскую реку Волгу. Несмотря на то, что большая часть работ сделана на цифровое оборудование, Владимир с удовольствием вспоминает времена, когда делал пленочные снимки. Тогда фотография – это была целая магия, вот это вот в темноте проявлять. Ну, так вот как-то. Сейчас, конечно, все проще. Вот Максим Малахов подтвердит, он до сих пор в этих растворах трескается, что это намного было интереснее, чем сейчас. В общей сложности на выставке представлено порядка 25 работ, каждая из которых наполнена любовью к родному краю, к ее природе и местным жителям. Стоит отметить, что Владимир Тулутунов не является профессиональным фотографом. Но тем не менее, ему удается поймать нужный кадр, хороший ракурс и увидеть прекрасные даже в самой неприглядной на первый взгляд улочке. Открытие экспозиции состоится 19 августа в городской библиотеке на улице Свободы.